Привет, друг, с тобой Аван. Мы продолжаем играть на сервере Радмир, второй сервер, как всегда. И как ты понял по названию, по превью ролика, это третья, заключающая, финальная часть. Можно ли выбить номер за $250? С ГОСа, конечно же. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. А перед началом данного ролика, если вы хотите играть на этом сервере, то обязательно при регистрации вводите мой промокод и получаете $20 000 при достижении третьего уровня. Да, пацаны, эту рубрику я еще снимал зимой, и она, знаю, вам очень понравилась. У нас вышло две серии. В первом мы выбивали только русские номера, второй мы выбивали украинские, русские, белорусские, казахстанские, короче, разные. И сегодня у нас финальная серия, я же думал, что такое же придумать интересного. Если мы откроем инвентарь, нажмем вот сюда, как видите, мне есть B, C, D. Но нету одной интересной категории, которая называется A. A это мотоциклы, и на мотоциклы тоже можно как бы получить номера. Именно поэтому мы сегодня совместим все три видоса. Сегодня мы купим мотоцикл, попробуем поставить его на учет, выбить крутые номера на мотоцикл, хотя это вообще нам ничего не дает, но просто по интересу, по приколу выбить. Вот, на мотоцикл, а потом украинский, ну и русский, там другие номера попытаемся красивые выбить. Поэтому я надеюсь, сегодня будет интересно. А тем более пойдем еще зададим на категорию А, вот это здесь находится. Здрасте, 350, окей. Погнали, классно, что без теории, просто ездишь. Это, брат, я все знаю, погнали. Ява. Вот именно, если честно, я в городе увидел Яву один момент, и мне капец как захотелось Яву, и я решил просто сдать на права и параллельно записать видос. Рассекретил. А от первого лица? Ох, бля, балдеж. Только камеру шатает, я манал. Все, на выход. Окей. Короче, здесь ничего интересного, думаю, не будет, поэтому закончим уже, когда я сдам на права. И все, финиш получается. Бамс, вы сдали на категорию А. Идеально. Мы не будем покупать бушный мотоцикл. Мы, как мажоры, поедем прям сразу в автосалон и купим новый. Так, мы заезжаем на территорию автосалона. Давайте припаркуемся где-то вот здесь. Оставим наш легендарный Хуракан. Все закрыть и пошли выбирать мотоцикл. Сколько? 1003 нам надо будет на него. Я думаю, не больше, может даже меньше. Ява мото. 12 9 6 500 5 5 1300. Ох, ебать, с коляской 250 200. Не, я хочу с коляской. Не знаю, что это у нас. Иш планета 5. Я ездил на такой, даже в такой коляске ездил по именно. Поэтому давайте покрасим ее в красный цвет, бля, потому что я на красный ездил. Вот, конечно же, купить 130 км/ч. Кстати, а сколько обычно Ява едет? Ява, по идее, ну, жизни быстрее, наверное, чем планета. Нахер знает. Ну да, даже здесь она 215 едет, планета 130, понял? 340 мотики едут. А так-то это имба за 6000? За такую мелочь ты можешь купить мотик? Или кабана там, например, или Е34. Но Е34 и кабан не будут ехать 340. Так, наш мотик достали. Погнали. Бля, ну прикольно. Только не знаю, куда здесь номера прицепить. А, еще колеса наполовину в дороге. Хотя этот мотик еще добавлен при открытии Радмира, если не ошибаюсь. Если торможу, тогда норм. Ну, видите, да? Как бы диск уходит. Еще хром какой-то конченый. Ну, а камера от первого лица настроена прям балдеж. Такое чувство, как мне 5 лет, я сел на мотик к бате, еду. Понимаю. Стоп, подожди, а как будет, мне просто самому интересно, как будет выглядеть, если я сяду на боковое. Ну, кстати, еще более-менее куда не шло. Ну, знаешь что, мы приехали на место, где будем выбивать номера. В прошлых сериях мы были в ЛВ, в ЛВ и в СФ. Кстати, в ЛС можно? Я не помню. Не, с ЛС убрали эту возможность, к сожалению. Раньше в ЛВ, СПД, мотачки как бы продавали друг другу. Если кто не шарит за это, вот вылетел видос. Ну, я думаю, оставлю в описании, если не забуду. Я покупал Е60, там еще вообще старые ИКХ, ну... Не по факту ЕКХ, а по факту винтовки можно было тачку продать. Было достаточно весело. Ладно, сегодня мы будем в ЛВ, не знаю, может в СФ потом поедем. А у нас бюджет, давайте, ну 54 тысячи на номера, это, блядь, слишком много, но хотя... Давайте сначала 34 тысячи пустим, чтобы у нас оставалось 20 тысяч. Но если нам уже нихера не выпадет, тогда еще потратим 20, и суммарно где-то бюджет на эту серию выйдет в
55 тысяч. Поэтому начинаем. Если я буду долго затягивать, либо будет большой бюджет, просто ролик будет на 20 минут, и это будет тупо неинтересно. Так, регистрация транспортного средства. А есть мототранспорт. Подожди, есть мототранспорт украинский? Серьезно здесь? Я ни разу не видел. Установить. К сожалению, не удалось подобрать номерной знак. Допущена ошибка при выборе или же повторить попытку. Ну, короче, нельзя. 77, покупаем. Давай full blood сразу. ТАЕ 72, блять, ТАЕ, сука. 7804, понимаю. Ладно, погнали дальше. Удалить. Я надеюсь, на заднем фоне там дождь не сильно будет громко. 18-17. Потому что у меня только что такой жесткий дождь начался. Так, русский мототранспорт. 77, погнали. Хотя не знаю, я найду на 77-м что-то. Да должен, мне кажется. 98-10, хм. Не, я все-таки сейчас пойду почекаю, это громко слишком или нет. Он, 10-95. Ну не он, блядь, не тот. Так, 77, удалить. 30-55, СР. ЮАРУ, мототранспорт, 77, удалить. 77-98, ССУ. Ой, ССУ, какой ССУ, 77, КС. Бля, было бы еще не 98, хотя это мои любимые регионы вообще в Раске, так я из Украины. Но КС, блядь, ну почему? Ну почему? Ну почти же было то, что надо. 92-37, не то. А бабки-то уходят. 67-64, понимаю. 77, мототранспорт. Установить. 99-38, он. А если русский есть мототранспорт, белорусский мототранспорт есть? Один, например. Ебать, белорусские есть номера? На мотик? Ебать, этого я не видел. Пацаны, кто не видел, ставьте лайк. Окей, украинский тогда, может один то... К сожалению, не удалось подобрать номерной знак. В смысле, блядь, не удалось? Я белорусский написал, ну тут циферку, ладно. А, мототранспорт. Ну давай, АВ, например. Ой, АА, например. Ну пожалуйста, блядь, украинские номера не сделали, красавцы. Казахстанский есть? 01, пусть будет 01. Тоже нету, понял. Регистрация, мототранспорт. Давайте белорусских сначала покрутим немножко, может что-то выпадет. Один, погнали. 64-82. Но это был прям неожиданный сюрприз, если честно, прям капец. Сюда, 39-47, не то. 50-15 РТ, кстати, неплохо. 42-89 ВИ, говно полное. 45-53 ЕС, 83-69. Спасибо. Пока не выпадет три цифры, я не остановлюсь. 64-72. Да говно, не выпадет. Тут прям реально не выпадет. По классике, кстати, можете написать в комментариях, кому-то что-то выпадало или нет. Именно с крутых номеров. Ну дай, блять, 59-79. Ну да, типа такие какие-то интересные выпадают. Но нету нормальных, хотя бы 3 одинаковых, ёпта. 57-75. Ну куда это? Ну да, зеркалка. Ну да, 4000 гривен. Такие номер стоят с такими цифрами в Украине. Но говно, 15-31. Удалить. 97-84. 1008. А почему не 1000? Ну 1000 это был бы, кстати, норм номер. 12-74. 23-37. Я буду надеяться, если на мотике нам сегодня не повезет, то повезет в автомобиле. Давайте последние три попытки на белорусских. Потому что мы реально очень много прокрутили. И пойдем крутить русские для мотиков. 11-48. Да не, говно полное, прям реально. Везение просто на нуле. 22-10х. Смешно, пи***. Во, 22-09. Не так уж и во, но пойдет. МТшка. Пшу, удалить. 80-13. Кстати, напишите в комментариях, что кому больше нравится, мотоциклы или автомобили. Что в жизни, что здесь, чему вы даете больше предпочтения. Конечно, это глупо спрашивать, потому что это автомобильный сервер, наверное, автомобилем. Но все равно. Мотики есть какой-то вайп тоже. 21-99. Почему? Ну дай, блядь, ну один раз. Ну ёпарастая, за три ролика сегодня в финале. Дай нормальный номер, задрал. Вот этот бурлящий звук мотора, вибрации, вот эти, которые передаются на сидушку на мотоцикле. Это прям имба. Не знаю, мне очень нравится.
Давай для финальной серии хотя бы один, блядь, Full Blood. Если еще кто не смотрел ролики предыдущие, спойлером закину, мне ни разу не выпал Full Blood. Ни русский, ни украинский. Выпадало максимум 3 цифры подряд, и все. 4 не выпадало. Хотя мне подписчики очень много раз писали, что... Блин, после твоего ролика захотел, пошел покрутить, с третьего раза там выпало 4 одинаковых цифры. И такой, ну да. Пошел нахуй, я который слил уже, ну сколько? Ну 1000, ну 100, я думаю, да. Да даже больше, чем 100. Я когда еще первый раз уходил с сервера, я слил 50 тысяч на номера. И суммарно, в прошлой серии тоже вышло где-то около 60 тысяч номера. Ну да, где-то 120 здесь солью. Ну, короче, 150 тысяч долларов. Еще сейчас скажет, что ебанулся, блядь. 150 тысяч долларов на номера. Вот просто вот так. Ев. Еван почти. 74, 34. 13, 82. Ох. Такое чувство, как номера просто реакцию мою сейчас слушают через микрофон и просто какую-то херню пишут. Ну, и давай в следующий раз будет да. Хотя буквы да нету, ну, как-то ва, например. Ау, не кричи, не в лесу. Удалите. Я думаю, с мотиком будет покончено. Даже 3 одинаковых цифры нам не выпало. С 4. Я вообще молчу про 4. Ну даже 3. Ой-ой-ой-ой-ой. У кого-то есть такое самое невезение, как у меня? Напишите в комментариях, кстати. 49-46. Ну дай хотя бы 49-49. Да, можно там себе придумать, что если шестерку конца перевернуть, то будет тебе 49-49. Но это не интересно. Окей, 9008. Ладно, давайте попробуем просто сменить регион. Ну, херня. Ну давай еще 3 попытки, все. Давай 78. Ах, 60-42. Давай 99. Не, 98. Ебать, первый номер, кстати, 449, наконец-то вымолил, можно сказать, сколько мы потратили, 12 тысяч долларов, чтобы выбить, даже больше, 14, чтобы выбить хотя бы какой-то плюс-минус, но это не 4 четверки, это 3 четверки, 3 четверки это не крупно. Кстати, сколько стоит, например, вот сделать из этих номеров, вот, например, безрамочные, вот это. Только на госномере РФ, а это что такое, не РФ, не, заказные номера на мотоцикл. 6 тысяч номера стоит, ну, мотик, понял? Я уже потратил 14. А кто-то еще может мне сказать что-то о целесообразности? Давайте 98 поставим. Ладно, не будем. Хотя какая разница, он все равно в гость летит. Погнали. 24-88. Короче, номер здесь нам не очень выпадает. Именно поэтому достаем. Давайте Е34. И будем пытаться на Е34 словить какой-то номер. А, вот, русский. И, наверное, будем сразу крутить... Если русский автотранспорт, давайте не 77, не 78, не 98. Такое левое будем крутить, чтобы выпало. Потому что на регионах, на таких популярных, все фулблаты заняты. А мы охотимся за фулблатами. Да, на других регионах эти фулблаты вообще ничего стоить как бы не будут. Нам же чисто для эксперимента, поэтому давайте ведем какой-то, ну, 96 ЕКБ вроде. Если не ошибаюсь. МСР 115, ну уже неплохо. САН 847. Давайте 96 реально будем крутить. Мне кажется, на 96 тоже все регионы заняты. Блин, те же коллекции просто выпадают. А, регист... УЕФ, ну почему не 3-9? Покупаем. Кстати, давайте до 30 тысяч будем крутить русские. А уже на последних 10 тысяч прокрутим как бы украинские. Нерв. Еще нет написал. Погнали. И... Да долго грузит, она что-то там думает. Да, ну, подумай, ну, подкинь что-то норм. ЕНМ, понимаю. И... КВА 474. КРО 498, я понял. МЭФ. ХКС 379, понял. Как у меня настроение, сразу вы заметили, как упало, как я тихо говорить начал? АУК. Вот сейчас смотрите. Чисто ради эксперимента, вот я сейчас ставлю какой-то, давай, например, 77-й, и сейчас выпадет номер, который занят. Ну, за 3 попытки точно должен выпасть. Стоп, там АЕ, ТВА. Ну, я вот думаю, за 3 попытки 100% должен выпасть занятый номер. Блять, я вам что говорил, занятый номер. Это unbelievable. Вот реально, если ставишь норм рек, типа и все, и ГГ сразу. Понимаю. АТС 212. По сравнению с прошлыми сериями, там реально хотя бы норм номера выпадали. Либо это то, что я в ЛВ открываю, в ЛВ не везет, либо я не понимаю, что. Типа в СФ намного больше везет, но это тупо, я понимаю. Сказать, что в СФ лучше выпадает, открывайте в СФ, но это
Но это же тупо максимально звучит, потому что, ну, они не будут заморачиваться над шансом, что в SF там в определенной точке номера выпадают лучше, чем в LV там. Вот здесь в LV самые говняные. Одна система работает одинаково, поэтому это чисто уже ты себе что-то наговариваешь, вот. А тем временем у нас остается 2900 баксов, у нас остается плюс-минус 8 попыток. Погнали, раз, говно, два, говно, три, говно, четыре, говно, пять, говно. Не, пацаны, это прям полный ждец, прям реально полный. Такого невезения я еще не видел. Йох. 5-9-5. Понял? Давайте по приколу метку просто поменяем. АКС, понял? РХМ 313. МРА. Классно. Блять, Эван, лучше бы ты купил, пошел, блядь, Е... Ой, какой Е, блядь, F10, который ты уже 2 месяца не можешь купить. А не эту говно номер, эти деньги тратил. А мы уже немножко переборщили, но давайте последний номер. Не, пацаны, это пиздец. Я хочу WhatsApp. Там хотя бы как-то больше везет. Ну, реально, в ЛВ, что в первой серии ЛВ, что здесь, ну, прям полная дичь. Реально, полная дичь. Поэтому отправляемся в Сан-Фейро. Давайте просто по приколу, вот, еще раз 3 раза крутанем. Вот здесь, например, русские номера, 96, по 95 посрать. Вот просто по приколу 3 раза еще. Ладно, не везет. Так, пацаны, следующий... Кстати, Нива очень сочная, не? А, следующий момент, давайте будем крутить украинские номера. Автотранспорт, давайте, конечно же, АВ. Погнали. 12.75. Это пиздец. Ну, блин, ну, завершальная серия, финал должен быть ярким, запоминающимся. Нам запомните то, что это полное говно, и что никогда не стоит этого делать. Вообще, на Редмире можно ездить без номеров, это никак не наказывается, это прям балдеж. Рамки черные, рамки красивые, не надо ничего весить себе лишнего. Я не знаю, кстати, это, мне кажется, минус, потому что больше бы номеров входило бы в ход, номера имели бы какую-то ценность. А так, пофиг, ты с номерами, там, фулл-блады, там, ашки, не ашки, без номеров, вообще посрать. Вот реально, типа, на Радмире, мне кажется, номера вообще ни хера не стоят. Да, там скупили фулл-блад и ашки на 77-м, но они почти ни хера не стоят. Но вот этот номер, кстати, 7200, прикольно. Я уже сам заговариваюсь, но 38-98, ну штопан. 60-47, сюда, удалить. 44-89, понял. Я уже думал, сегодня у меня есть там 3 тачки без номеров. Я специально себе это... 2019, я специально себе выбью там на один классный номер, на вторую тачку классный номер, не буду идти посохранять, по на тачке понавешиваю. Да-да, конечно же. Е34 у тебя бомбовая, спасибо, брат. Ладно, я понял, не везет нам на этой тачке, давай на этой. Может, на этой повезет. А то говорится, если не повезет номера, повезет Милфа в Турцию, погнали. ЮА, сюда, сюда, АВ. 76.07, ну неплохо. 5001, блядь, вот это Е60 сразу, сразу нормальные номера, плюс-минус начало притягивать, 69-94, ну что-то уже какой-то более лучше, не? 53-17, ну блядь, ну не расстраивай, дай мне хотя бы, ну блядь, ну я хочу 4, не хочу 3, давай 4, 46-24, я не 4 в начале номера, а 4 цифры одинаковых, давай. Было бы хотя бы 39-99, но было бы еще куда ни шло, так говно полное вообще, полнейшее говно. 7000? 7000 на минуточку. Это 3-0. Это, если не ошибаюсь, 30 тысяч гривен эти номера стоят. Можете по своему курсу помножить. Ебать, вот это неплохо. Это неплохо. Это неплохо. Давайте еще одну тачку достанем. Так, Е60 меня порадовало, прям пиздец. И вы потом мне хотите сказать, что в ЛВ лучше номера падают, чем в СФ? Идите нахер, я не верю. Так, АВ. 60-75, ну не расстраивай, давай, блядь, если на ту 3 одинаковых, то давай на эту 4. 40, yes. Окей, договорились, давай. У нас еще есть 6 попыток. Попыток. Так, все-таки, мне кажется, надо было с мотика номер снимать. Блядь, я его сейчас захуярю. Понял? Ява. А давай АВ в конце попробуем. Ебать! 3 четверки. Ну, блядь, ну почему не 4? Ну, ебаный в рот.
Так, пацаны, не, мы с 3-4 не разобрались, что за херня? На те выпадали три одинаковых цифры, на эту не выпадает. Давайте, вот все приехали номера крутить. Как поднять левел тут, брат? Работай, нахуй. А, давайте последний раз все номера прокрутим по 3 раза. И, в принципе, на этом закончим ролик, я думаю. 619. Он меня одного напрягает сзади вот этим... мотоцикле. 95. Говно. Русские сегодня нам ничего. В репорт админов обозвать и сразу сотый левел дают, блять, за храбрость. Так, русские 3 раза крутанули, ничего. Белорусский, давай 3 раза тоже. Мы сегодня же должны были его крутануть. Не везет. Не везет. Не везет. И... Не везет. Не везет, к сожалению. Ну давай, блядь, порадуй бабочку. Ава. 24.60, хотел сказать, написал АВА, я понял. 89.78, ну, блядь, ну говно, не? Ну реально говно. 55.02, спасибо. Е34 не везет. Казахские. 2.11, есть такой регион? Говно. 11. Понял. Казахский автотранспорт, 11. Как жалко, что у меня нету дигла, она калаше только 4 патрона. Задрал он своим дырчиком, блядь, уже реально. Как сразу спокойно стало, я не могу. Юн. Ну, почти, кстати. Да, где казахский, в честь этого еще раз крутанем. Понял. Кип, почти рип. Азербайджанский, погнали. Говно. 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 Молдавские. ААА, например. 4-4-3, бля, было бы 4-4, это было бы сочно. Это почти, кстати, очень почти. 289. 942. Давайте еще украинский, но я не могу. Должно что-то дропнуться. Понял. И осталось еще по 3 раза крутануть на мотик. Погнали. 82-82. Блядь, ну реально здесь больше везет номера. Вот, блядь, серьезно могу сказать. Здесь больше везет. 40-11. 77. 13. Ах, ну хуел, блядь. Блять, это такая хуйня, вот это ZDM кикать, это прям пиздец. Добавить оружие и кикать ZDM, ну это же... Ну это же тупо. Ну что, пацаны, на этом все. Вот такой вот видос вышел. Что я могу сказать? В итоге за 3 серии мы ни разу не выбили full blood, даже полублад русский. Ни разу у нас не было 3 одинаковых цифры. Все, что классное в России у нас было, это, ну, зеркалки, понятное дело, и мэр 177. Это самый прикольный номер. Насчет украинских номеров, нам выпадало очень много раз, когда 4 цифры подряд было одинаково. Например, сегодня даже выпало 7000, 4446, еще в прошлых роликах выпадало, я точно помню. Насчет мотоциклетных номеров, нам выпало сегодня только 2 номера прикольных, это 3313 и 44. Ой, вернее, 34. В конце я не помню, что-то 6 было. Но это вы прекрасно помните, Волосентурос. Еще я могу сказать, что номера... Ну, лично мне везет больше в СФ. Может, другим тоже, но это, понимаете, это сущий рандом, что в СФ просто больше мне везет, чем в ЛВ. Но по факту я бы не сказал, что это везет, потому что фулблад так там ни разу и не выпал. Хотя на номера я всрал более 150 тысяч долларов. Я надеюсь, тебе этот ролик понравился. Обязательно пиши в комментариях, выбрал ли ты номер или нет. Обязательно нажми на лайкос, ведь я старался. Это самое лучшее, что ты можешь сделать для моего канала. Подпишись на канал, ведь многие смотрят, кстати, без подписки. Давай, исправляй это, брат, давай. Колокольчик, чтобы не пропускать мои ролики, всегда смотреть их первым. Ну, с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока. А, кстати, еще мотик выражение вспомнит.